В центре Твери начала работу традиционная рождественская ярмарка. На Трехсвязской улице установлены 24 стилизованных домика, где представлена преимущественно местная продукция. Одну из первых ярмарку посетила съемочная группа нашего телеканала. По традиции рождественская ярмарка начала свою работу на улице Трехсвязская. Здесь по обе стороны установлены небольшие ларечки, в которых можно приобрести сладости, сувениры или теплые вещи. Посетители ярмарки могут приобрести здесь елочные игрушки, новогодние сувениры, изделия ручной работы. Продукция, представленная на ярмарке, преимущественно тверских производителей. Причем это касается как сладких угощений, так и подарков. К примеру, большой популярностью пользуется ларек вот с такими конфетами. Есть новогодние, красивые, очень это под новогодние. А большинство вот идут вот тигрята, год тигра, мандариновые. У меня продукция мед. Дальше, значит, у меня подарочная упаковка для меда. Имеют место быть вот такие вот свечи. Отметим, что в разгар рабочего дня на ярмарке людей не так много, однако даже в это время у некоторых ларьков можно было наблюдать очередь. В целом, жители и гости столицы Верхневолжья отметили, что посещение ярмарки добавляет новогоднего настроения. Но это всегда праздник. Сразу создается и хорошее настроение, что скоро Новый год. Мы будем приходить, присматривать подарки, наряды и все такое. У народа наконец появилось настроение новогоднее. Поэтому и дерево, и игрушки. Особенно я люблю вот эту елочку деревянную. Она просто потрясающая. Художнику большое спасибо. Мы рады, надеемся, что особенно вечером, когда зажгутся огоньки, будет полное ощущение новогоднего базара. Добавим, что рождественская ярмарка в Твери работает с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Торговля будет осуществляться до 9 января 2022 года ежедневно с 11 до 20 часов. 1 и 2 января – выходные дни.